15 минут ездить, блять. Полчаса, блять, подряд. Ловить кайф надо. Как ловить полчаса кайф, если эти пидоры, блять, да, ну, есть. 500 тысяч еще урона государству надо, блять. Двадцать тысяч копов за один, за одно преследование потрогать, наверное. Бля, как этих джипов разъебывают? Лайт не перевернулся. А, нет. А и это не лайт был. Бля, я уже, я не смотрю на карту. Толчи на видео улетают. Это включают эту хуйню, как-то улетают. Я не знаю, может, должна быть переднеприводная машина. Тормоза, может, надо настроить нам перед. Хотя, при чем тут тормоза, если это ручник же его тут нажимает? Ручник, вроде как. Ну ебать, только 3 минуты, блять. А надо 30. Да какой нахуй, вы чё? Ебать. Ой, там опасная ситуация, пиздец. Так и вылететь может, блядь. Ну, блять, ну вот... А, ну ладно. Бля, вы заебали, нахуй. Бэкап мне сделай. Так, двоих сразу не. Много на пиксель влево надо было. Ебануло. Где
день там стоят слева. Тысяч урона Гасу. Но это в идеале надо, конечно, собрать за собой миллиард копов и долбануть чем. Тогда будет просто плюс миллион. Слушай, бэкап и как раз пятый и начнется нормально. Бля, вертолет только сейчас вылетел, сука. А там надо, чтобы он вылетел раз 10, блядь, за одну погоду. Вот типа здесь на стадион повернуть и всю эту кучу разъебать. Но это потом надо будет на следующем бэкапе, когда их 25 там будет написано. Что такое? Что за фит маневр? Да блять, сколько тут кататься можно. Это еще. На консолях, кстати, вообще трафика нет во время погоды. Сгорели. Сейчас драйвинг оффроад получил. Молодец, все. Я вообще хз, что это делает. Может, как-то подмноживает результат, я вообще хз. Вроде ничего не делаю. Так. Для заданий. Повъебывались все нахуй в этот грузовик. Вы чё это? Блять, бронирую. Но в итоге сдох всё равно. Блять. Сейчас бэкап этот будет через минуту и надо. А, ну стадион здесь, я уже проебал. Блять, ты чё совсем ёбнутый нахуй? Чё там происходит? Ой, блять, вот это, кстати, супер опасно.
где-то были. Может быть. Сука, ну если вылетим, блядь, то я точно фиксирую. Ебать. Придется на каком-то следующем закате, так, аккуратно. Все, 25 минут. Здесь можно свернуть и трахнуть, но лучше на стадионе, конечно, поймать за шок. Ой, зря я это делаю, блядь. Уже 10, блядь, сука. Они все отлынивают от работы, блядь. Но здесь можно заправку попануть. Сука, можно мне эвриват? Где кросс, нахуй? Тоже вроде появляться будет. Так, вот здесь сейчас очень опасно. Потому что не видно я. А, ну все. Произошло, сука, да вы заебёте, Что это было, блядь? Я ебался, не знаю, куда. Игра, нахуй, уже все эти разъебаны, блядь, пункты. Оплаты шоссейного пути, я не знаю, так, ну сейчас бэкап на стадион должен выпасть. Охуеть, да,
Так, сейчас БК вроде на стадион выходит, и можно будет. Сука, выжил, уйдет. Блять, ну не пизди, а ну. Сразу вот это. Блять. Было много опасно. Ну, блять, опять на стадион. Блять, я опять их тут все три. Бля, в две жопы можно было потрахаться.
он выжить мог, блядь? Так, ну все, сейчас план стадион. Или нет? Блять, нет. Мало. Не накопится. Хотя можно развернуть, блять, развороты у нас 80. Здесь можно свернуть водонапорную трассу. Хочется, конечно, прям кучу копов сразу убить. Блять, тихо. Без смысла там нет вас. Еще чё, блять? А, нет, умер. Что, убивались? Ты чё, долбоёб? Бля, приколи нахуй. Приколи, блять. Просто ёбаное говно сзади, блять, оказалось, сука. Бля, ёбаный рот. Сука, просто ёбаное пидарище, блядь, ебучая, сука, сзади стояла, блядь. Хуль ты там вообще забыл, блядь, даун ёбаный. Ты чё там по рейтингу? 3. Ой, блядь. Ну, хули, минус 20 минут, блядь. Причем даже не вылетело за 20 минут. Удачно было. Сейчас может вылететь спустя 10 минут. Не от шипов, блять, не от хуев, нахуй. Там очень хуйни. Просто из-за того, что ебаный пидор там сзади был, блядь, жил. Хуй ты там что сделаешь. Короче, не в этом, на этом мосту ебаном надо всегда в правую хуйню. Вот так вот всегда делать. Там кого-то специально пускают грузовик, блядский, он сейчас второй раз проедет. Let's do a 1075 if I can get around him. Не похуй, у меня бочка.
Алекс, почему на пятом уровне эти субхэви все исчезают, блядь? Блять, второй раз. Ой, бля. Но еще к этому моменту сзади было 20 корветов, блядь. И тогда можно будет лупануть их на стадион. Еще что? У меня задние колеса не касаются, блядь, земли, как я поеду. Я ж тебе не переднеприводный теплан, блядь. А вот, кстати, всякие лансеры полезны. Ебать! Это, кстати, тот желтый уебан был, который меня там постановил, так что, блядь, получил. Не-не-не-не-не. Так вот. Только так проходить всегда. Вот тут никого никогда нет. Лево же, блядь. Ёбаный рот. Трайвинг оф рот, блядь, пиздец. Я не придумали, блядь. Еще чё? Вот сейчас можно, кстати. Не, еще. Хотя вот, бля, не, всего лишь 5 показывают. Бля, хотел его ёбнуть. Грузовик. Дрочили. Go, 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 go.
А чё, какой вейт, блин? Где? Все, блядь, там, блядь. Чё тут происходит? Ёба. И он выжил? Грузовика в одном. Ёбаный. Блядь, пацан. Да нет, блядь, а какой нахуй кулдаун? Что там происходит? Его там, блядь, этот уебал. Хэч, бэк. Продержись, блядь, минуту. Да ёб твою мать. Так, ну ещё один подъём. А, все, да? Блять, ну что такое, а? Подожди, почему баст? Кто? Кто? Это какой-то коп под прикрытием мимо меня сейчас проехал, блядь. Так он вообще в космос, сейчас упал. Это мне. Когда вот ты типа его ёбаешь, и у тебя колеса. Во, стадион. Все, сейчас можно оформить бичу, блядь. Так, давайте. Ой. Ой, а тут столбик. Так, нет, короче, ладно. Там столбик оказался. Да иди, нихуя себе. Его, кстати, можно разъебать, там даже кое-что пишут за это. За это дают что-то вроде 13 баунти всего лишь. Бля, лучше, короче, все эти хуйни начинать после 30 минут. Все эти попытки куча копов правда. Ой, это очень. Это вообще пиздец. Ну, игра, скидывай меня. Блять! Так, здесь без. Не делаем вот такой охуевший power slide, блядь. Короче, я попробовал, настроил машину, типа, под дрифт, блядь. Где ты ставишь все на максимум, кроме шин подвески. И чуть подкручиваешь там. Так, подожди. Короче, блядь.
Получается, конечно, под дрифт, но получается так, что у тебя голубые колеса просто маслом намазаны, было просто, блять, не знаю, странно делать. Вот такие микродрифты, типа, которые чисто, чтобы повернуть хорошо, вот они намного лучше получаются. И выглядят лучше и, блядь, полезно. А так ты вот просто на масле, блядь. Тут вот чисто лучшие машины для этой хуйни, это вот этот Lexus RX-7. Остальные захуйни ставятся. Это казалось бы, типа Supra есть. Это вот самое, вот этот участок самый опасный для шипов. Вот это вот тоже что-то. А где? Что за наёб? Бля, уже заебало по этому шоссе, может по городу покататься. Более анально было и поинтереснее. Бля, можно будет, но уже потом. Я вот хочу всю хуйню сделать, блядь. Ебать, он не хотел. Бля, ну все-таки лучше, конечно, надо было настроить взгляд назад. Бля, эти уёбки там типа судят за то, что ты драйвинг оффроуд, а сами вам по этому гольф-полю постоянно фитуют, блядь, и прилетают в окно. Да иди ты, блять, нихуя себе, он просто в соло ебашит. Бля, это не кросс? Случайно. Жёстко, подожди, или чё? Кто это? Нет, вроде обычный. Господи. Так, сейчас просто. Ребята, просто минус 3 уйдет. Ну турбина не на максимум. И вопрос интересует. Давление турбины не на максимум. Я причина это какая-то есть.
почему нельзя и сделать на максимум, как экстремализм? Так вот здесь чё, стадион? Бля, не, нихуя. Не, всё, стадион потом. Стадион это, наверное, съёб. Да, место супер удобное. Прям создал для того, чтобы сколько надрочиться. Как только ты подрочился, вот все у тебя остается там один, блядь, два бэкапщика. Сворачиваешь, блядь, в любую точку, где можно ты взорвать, как они называются, потом еще. Все, и ты, блядь, свободен. Ой, как вы, блядь, Нигерс! И то выжил даже, блядь. Чтоб двоих задеть, надо вот прям, блядь, боком ебаться. Урон гасу 373. Мало, блядь. 500к надо. О, начинается. Блять, вы чё? Кто? А это мы въебываем. Так, опять начал. Вот это кросс, видать. Блять, хуёс! Как я не получил пизды? Ебать, как я пизды не получил? Это... Типа из-за того, что этот хуй первее меня проехал или чё? Или у меня там переднее колесо? Не, если у меня колесо было разъебано, я почуял точно. Табличка стоп, блядь, сейчас я прочитаю и остановлюсь. Еще 10 минут в жопу дрочить. Надеяться, что не вылетит. Бля, как же мне там шипы не задели?
происходит. Что-то вообще пиздос со стали. Бля, вот если бы они, кстати, встали, допустим. Редком таким двигателями вперед максимально то эту стену круга разъебать было. Просто когда какая-нибудь хуйня популярная стримит, самые, блять, популярные сообщения. Это я, конечно, буканул. Сейчас самое популярное сообщение, типа. У них же двигатель спереди. А он тяжелый, а надо назад бить багаж. Хуета сидит, блядь, в чате, сука, блядь, умная нахуй. Суисмаг, блядь, ёбаный. У машин же, бля, ёпта, нахуй, двигатель самая тяжелая часть, ёпта, блядь, что ты им двигатель лупишь, блядь, из ограждения, нахуй, ёпта, блядь. Багажник, ёпта, бля, лупить надо. Это именно, блядь, любой стрим открыть, когда популярный стрим-стример, блядь, так называем. Вот это хуета в чате, блядь, каждую подводу, блядь. Не просто, да, бей в зад, блядь, а именно, вот это пояснение, блядь, про двигатель, самый тяжелый объект, блядь, машины. Сука. И на втором месте, блядь, иди на автобусы, блядь, иди на автобусы, иди в парк, блядь, иди туда там, блядь. Ой, это было просто. Ой, чё ж ты в багажник-то не ударил? Двигатель же самое тяжелое, блядь, жопа. Самая тяжелая нигерская жопа из трейлера GTA 6, блядь. Опять один остался, и вот он зверь какой-то, блядь. Они что-то звереют, когда в соло остаются. Вот это ты, конечно, хуйню выиграл. Не знаю, если после этого мне не дадут 100% карьеру, блядь. Чё, пацаны, стадион? Нет, ещё надо немножко. Сейчас, если вылетит игра, я, блядь, не знаю. Вот-вот-вот. Ой, ой-ой! Вот тут сейчас... Как бы знаешь, да, что вроде, блядь, нет. Вроде как бы и знаешь, что легально, но хуй её знает, блядь. Сейчас нажмешь и сразу баста.
почему, блять? Отъебись! Так, а 500 тысяч-то там есть? Ущерб государству. Короче, еще кружок и сюда на стадион. Куда ты уехал, блядь? Ёб твою мать! Где? Сука, твари ёбаные! Блядь, я сейчас ёбнусь нахуй, если ни одна сука не появится. Всё, ебать. 40 сек осталось, блядь, эта мразь просто упиздошила. Сколько там вертолётов подгрузили? Пиздец. 48 шипов задоджил, блядь. Лучше, наверное, до 50 округлить, я хуй знает, сколько там надо. Сколько вертолетов высадили, написано. Ой. Кросс, блядь, не приехал. Самое обидное. Так, это где Айн? Чё за ивейт? Блять, походу округлить не получится. И надо еще. Так, ну 30 минут есть. Ладно, еще кружок, блять, я не знаю, это уже сейчас опасно. Но надо округлить шипы до 50, блядь. А, так я уже округлил, ёп. Так, ладно, короче. Почетный круг. Сейчас меня в жопу выебут.
будет вообще так хорошо. Вот сейчас обосраться, это будет вообще самое почетное. Ну не, все, самый опасный участок. $5 миллионов баунти за полчаса. И то там еще в начале с третьего рейтинга. Так, вот это вот клево. Минус 2 там. Конечно же, меня не засчитают. Этот всегда здесь. Ну, он не всегда, но да, больше 6 времени это, сука, здесь стоит. Уже можно выучить все участки. Так, вот еще одна, блять. Еще одна опасная темка. Я не понимаю, это вот мне сейчас 60 тысяч дали, или это мне типа показывают, что это камблю, общее. Ой, я лучше вверх оттуда возьму там. Бля, я не все с этой верхами. Нет. Тут сейчас немного кнопочные под углом, блять, хуй знает. Так, давай на стадион без столбов. Вот и все, ребята. Бля, так охуенный конус подъехал. Так, что там за падла крадется? Ну и чё нахуй? Ну и чё нахуй? Если я сейчас выхожу, короче, в карьеру, у меня там 99%, я не знаю, как реагировать на эту ситуацию. Да, хуй ты тут покатаешься.
99%. Приколи. Единицы, блять. Ну здесь не единицы, да? Блять, я не знаю. Вот последняя надежда, что когда вот здесь будут единицы, тогда и будет карьера 100%. Это последняя надежда. Что надо сделать? Так, тут хуета осталась. Тут вообще халява еще, просто 11 тронуть копов. Вот это вот заеб, блять, полный. Вот это полнейший, блять, заеб. Это надо за одну погоню сколько? 8 инфракшенов. Это надо 10 тысяч погонь начать, блять. Вот это самый заеб, блять. Это хуета. Они ж, блять, не стакаются, нахуй. Я не с, блядь, вот я уже два раза проверил все гонки, я все прошел, блядь, я два раза тщательно гонки и майлстоны проверил. Ну давай еще хули дрочить, блядь. Ну вот Infractions, вот это самое ебанное. Вот damage to property 2 получил. Все, больше не получу ее. Это же самый пиздец, что игра не вылетела за эти полчаса. Вот по идее это говно надо именно фармить. Ты вот начинаешь, делаешь несколько инфракшенов, и потом съебываешься, и так вот дохуя раз. Так, хочу, короче, погонять так по городу. Заебало это шоссе. Заебись, погонялся, долбоебы просто. Здорово. Погонял. Блять, минус рейтинг сейчас будет. Ой, не рейтинг, а вот эта хуета. Как она называется? Погонский множитель. Блять, 99%. Ты долбоёб. А нет, не минус. 5. Давай здесь стартанем, похуй. Да, я... Black Lexus. Звучит мощно.
Мало того, что это самая охуевшая машина, которую увидел вообще Мостванцы за все свои годы, блядь. Без всякой клоунской, блядь, колхозной, ёбаной хуйки. Ещё и звучит, может. Блять, эти инфракшены в парню. Что-то вообще, я сейчас осознал. Что-то у меня есть гидрант. Ой, а чё за наёбки нахуй? А чё за наёбки, блядь? Почему они шипы перед машиной ставят? Блядь, в городе уже, да. Халявы такой нету, как на шоссе. Поэтому надо в городе ездить, блядь. Так где этот кросс ебаный, блядь? За него ж 500 тысяч там дают, или 50. Какой драйвинг оффроуд? Вот как где я по асфальту еду? Ну стакалось в одной погоне. Вот, типа 5 набрал, сейчас надо съебываться и начинать новую погоню. Ебать, я вообще даже не смотрел на карту. А. Бля, как же тут ебут в этом городе. Даунтаун, нахуй. Блять, а вдруг у меня баг какой-то случился? Я никогда в жизни не наберу 100%. Зачем это делать? Играть. Просто гоняем в удовольствие. Back
так все будет варить. Да, здесь, конечно, по крыше ездить, чем ёбаном шоссе там халявить. Прям, блин, драйвер нахуй получается. Сейчас что-то будет. Бля, уже там место, охуенно. Ну так, я уж подумал, два шипа подряд стоят. Чем охуенно? Бля, опять я в этот шоссе приехал. Дорога. Не, надо выезжать отсюда. Поебало. Пиздос, я вообще их не вижу. Даже на карте. Блять, опять его этой зоны ебанули. Вот это была ошибка. Vehicle through the block.
Куда? Здесь вообще есть проход. Блять, что это за место? Блять, я опять здесь. Сука, как от этого шоссе ебаного уехал? Кстати, по этому кругу еще можно стоять, что ли? Точка подлет в космос. Опять это место, да ёбаный рот. Право. А не, я всё. Снова гольф, и вот опять я на это.
умер. Бля, где это зона-то? Вот, промзоны и что-то корабли, блин, парк припарковал. Мне не засчитали, потому что я его не задел. Блять, что-то происходит. Блять, дождь идет, ФПС падает, ладно. В идеале бы, конечно, тени охнут, хуя. Так, тут какая-то куча. Я в театр ебанулся. Блять, не дал мне повернуться. Так, здесь опасность. Looks like the driver's leaving himself open. He's got
Сейчас они меня просто выебут здесь все. Что происходит, блядь? Что они творят? Блять, опять какие-то дохуя времени, дохуя на фарме. Прикол в том, что не инфракшн, а это пиздец. Ой, блядь. Ну вроде можно. Нихуя нельзя. Блять, нихуя нельзя, потому что в последний момент нажатия колеса упали на землю. Блять, я хуй, блять, почему карьера 99%, сука, это ж это какой-то пиздец, это какой-то проёб ебаный из жопы, блять, гнилой. Что-то, блять, не то с игрой произошло. Вот просто выехать. Может, за то, что это, блядь, говно БНВ ёбаное продал. 1% забрали. Обязан ездить на этом кале, ебаный. Ну нихуя нет, ни одной гонки, блядь. Ивенты, ноль, блядь. Чё за хуйня? Просто скам ебучий, всё, блядь. А почему? А, не, блин, почему синий гараж так отмечен, типа? Как будто ты на него обязан ехать. Ну-ка. А, не, вряд ли. Хотя, ну чё. Может, я обязан заехать в гараж и что-то там сделать какие-то выводы для себя. Я тут заезжаю в этот гараж, только одни выводы могу сделать, что в этой игре нет машин, кроме Лексуса, блядь. Что вот на этом говне ёбаном ездишь? Что ты мне предлагаешь? Давай я посмотрю все машины, блядь, значит, это хочет игра.
Да, смотрю, мне интересно. Я обязательно куплю все. Хотя у меня кэша пиздец, почти 2 миллиона. Все. Я посмотрел. Сообщения, может, надо все прочитать. Все прочитаны. Наш камера, она только не помогает. Опять меня читами поймали, блин, суки. Колеса мне подняли, блядь, сидят, уебываются. То есть можно поднастроить прям на дрифтушку, но, бля, я не знаю, вот это. Масляные колеса, блядь, я не знаю, вообще читается. Это вот на уровне, как вот на этих серверах San Andreas, дрифтеры, блядь, мамки, сидят. И там то же самое, просто, ну, не какой-то дрифтовый там спил, блядь, нахуй. Еще просто все машины, блядь, как на льду ездят, блядь. Неважно, что ты жмешь, ты все равно ты постоянно в дрифте. Бля, может, все домики надо найти? Блядь, 99%. Иди нахуй, долбоёб. Что за хуйня? Сука. Два раза я все гонки проверил. Блядь, я не знаю, может, я... Да как я мог проебать? Оно бы в ивентах показывалось бы. Теперь это мой дом основной, что ли? Пиздец, я вообще... Блядь, единственная надежда, что это все-таки рэп-шит, блядь, нахуй. Надо пройти. Что он как бы тоже типа в карьере находится. Но, блядь, у рэп-шита свой процент отдельный. Бля, что это за место?
Мне кажется, если посмотреть по сторонам, вот здесь просто апокалиптические пейзажи. Бля, может пройти какую-нибудь рандомную гонку вообще с любого списка, когда игра про пердики, типа, выстрел, что-то как-то. Это уже копиум какой-то. Сука. А вот прям вот сейчас возьму лоха, блять, от этого лоха. Чё тут есть? Не, хочу таймер, есть таймер? Вот таймер. Кстати, а деньги фармить можно? За это дадут еще или чё? Вообще, например, в Tokyo Extreme Racer 2 Альтезу можно раскочегарить так, что она будет 400 хуячить. Сори. Ну и плюс там Альтеза, ебать. А не Лексус. Проперделось ли что-нибудь? Да вы заебали, за что? Я просто еду, блядь. Еду так, как ехал, даже в хуй. Дайте поездить, человек. Хочу попробовать в эту красочить. Если до нее, блять, не доеду, то все тварюги высылаются, блять. 99, нахуй. Ты сука. Ну где, блять? Ну где проебана гонка? Да какой нахуй жопа, блять, это может быть как?
Так, подожди, я не понял, деньги можно фармить? 1912. Ну-ка. Что-то, короче, надо потрахаться в... Потрахаться в эту хуйню, потом повернуться, и да, и вот она здесь. Бля, лиминальное пространство, я в бэклуксе поехал. Все, я в карбоне. Ебать. А чё это, куда эта дорога ведет? Ебать, даже так можно? Болотный, сука. Да, ну я теперь в ловушке, нахуй, навсегда здесь. Да, и давайте сюда прилетим, мы поедем. Нормалёк. Нет, конечно, нормалёк, но 99% это какая-то сперма, блядь. Так, еще раз магию. Что-то там вправо, что-то там влево. Забор и поехали. Что-то там вправо. Что-то там влево. Блять, ты же как там это делать? Что-то там влево. Что-то там вправо. Да блять! Ну все, пиздец, я тебя не сделаю. Что-то вправо. Что-то влево.
сука. Блять, как у меня с первого раза, блять, получилось, а сейчас. Да сучара, блять, в чем прикол, а? Охуенно, пацаны подъехали. За что арестован? За то, что, блядь, елозил в экскаватор. Что, блять, меня просто разогнали. Ебать, сколько там было скорость? Мне кажется, я сейчас какой-то мировой рекорд максимально, хотя нет. Это явно было медленнее, чем 500 км лайкера, блять, багнутого. Кого не убила эта хуйня? Что-то бредит какой-то. Да отъебитесь вы, суки. Ну, плюс 7 инфракшн. Есть макс скорости. О, так я прям здесь, подожди, можно дальше продолжить. А вот так. Блять, почти попал в эту дырочку.
вкусно, заманчиво. Так, что-то там вправо, что-то там влево. Да ёбаный, блять, все. Да сука, да как же это, блять, работает? Или угол как-то более агрессивно надо трахать ковшики, я хуй знает. Приколени здесь появится. А, здесь стены, да, просто. Но назад нельзя, да, я так понял? Нет, можно. А чё я тогда не пался? Ну, короче... А, о-о-о! И чё, блядь? А, так отсюда можно спокойно высраться, блядь. Хуя. Блять, а почему они так сделали такое? На случай, если кто-то все-таки туда попал. Бля, заебало. Бля, никогда в жизни на это не внимание обращал. Сука, меня так ебёт эти 99%, я прям не знаю. Я себе. Рабочий класс пострадал. Что ей надо, нахуй?
Что этой ебаной игре надо, чтобы было 100%, сука, блядь, хуй ты хочешь? Я сейчас взорву, блядь, эту заправку. Петушиный уголок. Только олды знают точку для фарма рейтинга, блять. Ебать, как стоял что-то, бля. Еще можно как-то на эту крышу телепортироваться, правильно въебавшись. Но это очень рандомно, например. Воссоздаваемое. Блять, как же меня это ебёт. Откуда? Ну все. Это разбил. Чё, опробуем точку для фарма, блять. Вкусная точка, уйди. Ну, охуенная точка для фармов.